eSportBets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Еще раз всем привет, студия StarLadder TV, с вами в студии ваш покорный слуга Слэм, и мы с вами сейчас будем смотреть матч в исполнении, матчи сойдутся, Virtus.pro, польская команда номер один команда по чемпионату в Катовице, но на самом деле, то есть, ну, чемпионат легендарным назвать по нескольким причинам. Ну, типа победа и победа, да, у себя дома. Вот сейчас они будут противостоять Добрый Гейминг, это X-Smith U-Makers, друзья, команда, которая начинала под тегом Мим, начинала вообще с громких заявлений, с громких слов, с пика в организацию сразу же. И в этой команде в первую очередь играет Лурд. Это бывший тиммейт Таза, Нео, Паши. Они избавились от него после поражения ESC на лан-финалах в StarLadder 6 или 5 сезона, я уже точно не помню, но он уходить отказался. Кубин ушел спокойно, а вот этот парень отказался. Ну и сейчас Virtus.pro должны будут в этом матче в интернете доказывать, что они топ-1 команда своей страны. Мешать им будут Добрый Гейминг, Банда с Лурдом, Мичу, Минис, Ковальский, Нацент. Ну и составы команд, друзья, на ваших экранах, как вы видите. X-Smith U-Makers представляет Лурд, Мичу, Гипер, Минис и Нацент. И Virtus.pro это Neo, Taz, Паша, Снекс и Байэли, он же Белый. Ну и начало матча, в принципе, вот-вот-вот-вот уже на кону, уже подходит. И также напомню вам, что не стесняемся писать приветы в Твиттер, фидбэчить со мной как-то, потому что мне здесь одному скучно, Юрца сегодня нет со мной, Тафа в Варшаве, и вообще я даже не знаю, вот, что делать-то дальше. Мы здесь только с Пандой, Панда вот, например, изучает и угорает на некоторые моменты в матче, ну, что поделать. Так, ну что, смотрим, тут Белый уже раздает на вармапе, ну, будем ждать лайва и сайт-пика, который вот-вот начнется. Вкратце, что же еще хотел добавить вообще к этому матчу? Ну, по-моему, вроде уже все сказано. Ну, команды встречались друг с другом уже, но не здесь. Так, будешь ли ты миксы тащить? Да, может быть. ВП я их фанат, плюс клан, огурцы попадут в StarLadder. В StarLadder, может быть, и попадут, но не в StarLadder. Играйте аматорку, друзья, надо было регистрироваться, вот и все бы было, и был бы шанс, по крайней мере, попасть. Ну, смотрим, сайдпик начинается, карта Мираж, кстати, весьма интересная, я ожидал здесь что-то наиболее простого, но все-таки на дальних дистанциях перестрелок не избежать. Так, Снекс режет бывшего игрока своей команды, и вот, в общем-то, Virtus.pro здесь банды разберутся сейчас с Мичу, и все, Мич словил ножа от Паши, и счет становится 1-0, ну, польское дерби начнется по инициативе Virtus.pro, мне так кажется. Да, защиту выбирают парни. Оно понятно, меньше проблем. Гэдлэк, ну, Минисесик пишет ГЛХФ, ХФ пишет Мичу. И Минис будет, наверное, тащить. Сразу после этого матча, друзья, сразу после этого матча, напомню вам, мы смотрим дальше за встречей, за матчами вообще по факту, как бы, да. Далее у нас будут играть Alternate и Кураж, а потом только Virtus.pro сойдутся с Куражами. Ну и все знакомые ваши должны сейчас просто подтягиваться на эту встречу. Читаю последнее сообщение в Твиттере. И мне написали: «Привет, МРКБ». Вот так вот. Все. Смотрим. Первый пистолетный раунд. И, ну, Добрый, конечно, здесь серьезненько подготовились. Посмотрите, не хотят идти на мид. Задача ли Нео? Он стягивается к Паше. Вернее, не к Паше, а просто на Б. Паша стоит в подвале. Ну, тут интересно. Пошла закидка в окно. Как видим, атака будет выходить на центр втроем с начала раунда.
Пытаемся понять, что делает сейчас эта польская команда. Ну вот Паша может сыграть непредсказуемо. И посмотрите, Паша аркадит в дом, в самый нужный тайминг. Но сюда уже бегут 4 игрока нападения. Паша пропускает первого, второго. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пашкин кот как просто заносит его. И Лурд с мячу падают. Рука на сердце. Что? В шоке. В шоке Добрый Гейминг. Как их нашел Паша. На Б уже четверо. И крутое пике в исполнении. Короче, сыграли как сыграли. Сыграли как умели, а играть никак не умели. И все. Вот так вот играют ВП. Железно просто. Ну, не знаю. Пашу просто сделал весь раунд и сделал мой вечер. Точно улыбку это вызывает определенно. Ковальский сыграл на размен. Но 1-2. И бомбу просто так взяли. Отнесли в численное преимущество соперника. Вот это жесть. Вот это жесть. Начало весьма убедительное. Также сегодня, друзья, играли куражи. Уже провели свой матч сегодняшний с командой Кик. Обыграли их 16-7. Поздравляем еще раз команду Кураж с победой. Но проиграли сегодня NIP, что, собственно говоря, было очень предсказуемо по всеобщему раскладу и всеобщему прогнозу. Ну, матч продолжается. Давайте наблюдать за вот Минис. Начекал сейчас на Б врага. Попытаются с пистолетами что-то Добрый Гейминг придумать. Но им явно будет сложно. Выстроились по карте. Б, центр. А яма, Минис. Так, Минис там пушит Б, при том, что ой, как. Ну, может, ну, загнал почти игрока защиты. Пытается сейчас уйти от Снекса. Да, разминулся со Снексом, тот его все равно заметил. И Минис, посмотрите, оп, нырнул, в кухню побежал. Его тиммейтов принимают, и Минис бежит последний на КТ респаун. Зачем, не ясно, да, все, пойдет, сядет в БТР и уедет, наверное, отсюда. Нет, он хочет ножа. Тут типа честный бой. И на нос сейчас бой. Снекс хорош. Ну, Паша приходит, говорит, хватит. Что за безобразие. Но зарезать своего в такой стойкой драке, это, конечно. Но Минис явно приз зрительских симпатий получает за эту встречу. И не только за нее, вообще респект. Чувак просто отжигает. Тимкил с ножа был весьма интересный. Весьма интересный, угарный. Тем не менее, это не мешает сейчас играть на бай защите вообще никак. Но оно понятно, и экономика там не будет страдать. Скорее, поляки из ВП только наберут. А вот Добрый Гейминг сейчас попробует спеть так называемую песню, которая называется «Дай-ка я зайду под смок и поставлю бомбу быстро, чтоб денег потом было как надо». Но, несмотря вот, ну, слабая изоляция здесь, конечно, мало смоков слишком, и... Ну, Ковальский просочился, 79 ставит, все, можно, все, mission complete. Ну, пытается еще драться, забивает Пашу, красавчик. На втором раунде Добрый Гейминг делают себе деньги, и это определенно интригующе выглядело. Но вышли очень слабо, это тоже стоит отметить. Чума ответит Virtus.pro. Девайсный раунд. Будет ли АВП? Вот Паша, да, Паша берет слона. У атаки АВП нету, но Лурд думает, стреляться с Пашей или нет. И это АК, правильно, не надо с Пашей стреляться, это плохо. Раунд под аплент в исполнении команды Добрый Гейминг. Один игрок под бэй на цент. Фейк смог в... Так, куда же это смог? Это не смог, это была флешка. Ну, Паша, как видим, сразу в линию сконтрил. Пошел в подвал, перестроился в коннектор, чтобы аплент был укреплен. А здесь защита пока... Играет крайне агрессивно. Поляки ждут тайминга, я имею в виду атаку. И готовить ее, как видим, будут уже по-любому на... Ну, тут один дом, три яма, два, три. Три яма Мичу тоже вместе с Лурдом кидать будут. И на центр подвал. Вот самая главная задача здесь выйти с ямы без размена, чтобы успел подвал прийти и раздать в спину. Ну вот неуверенно, в принципе, начинают играть. Но и на центр заходит в подвал, находит Нео. Все нормально. АВП лишились. Игрока на лишились. Есть, правда... Белый, ну, Бьели здесь тут может сейчас на самом деле наказать. Еще остался Снекс. Эта банда может играть, когда хочет. И нет, 1-3 остается. Бьели, ну, тут понятно, его сейчас съедят просто. Хотя не, ну, стреляются. Опасный он стрелок, конечно. Ну, и два красных против него. Флешка в яму, трон и Бьели. Вау, едва-едва не доводит до Миниса. 3-1, Добрый Гейминг берут. Этот раунд, но с какими разменами? Белый просто сносит четверых игроков, практически не замечая. Когда взял трон на реакцию, конечно, вот это уже было опасно, когда убирал трон, но... Опять же, соперники были красные и боялись, это было видно. Но автодиректор кажет нам Миниса, значит, это будет та
И да, тот же самый раунд делает сейчас Добрый Гейминг. Будут пытаться закрепить свой успех, но на этот раз ВП оказывается хитрее. ТЭЗ занимает позицию в упоре на яму, которая впоследствии на приеме с дыма может решить и сыграть важную роль. Гранаты, ТАЗ белый, самое время выйти, забрать, но ТАЗ понимает, что если пойдут, я еще успею уйти. Все, отдает точку и будут уже принимать планта. Так, белый играет на ковры, Нео Коннектор, но на этот раз играет аккуратно. И я думаю, что если... сейчас так, Паша! Ай-я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 й. Иноцент идет обратно, ловит в лоб сразу. Как Паша там оказался, Иноцент не знает. И, ну, в этом раунде уже у X-Smith Yo-Makers ничего не получится. Все решилось на центре. И атака, конечно, как видим, попыталась пройти. Дошли до коннектора, но в плен зайти не смогли из-за своего же дыма. А вот Иноцент вместо того, чтобы бежать в коннектор и давить коннектор в спину, просто пошел помогать тиммейтам. Паша его услышал. Жесть. Жесть. Это уже отсутствие... Это уже показатель отсутствия практики, то, что такие вещи происходят. Не почувствовал по таймингу Пашу. Хотя надо было чувствовать. Хотя кто же знает, вот кто же вообще играет в аркаду до этой позиции, до этой точки. Это как-то странно. Но тем не менее. Тем не менее, раунд за ВП, и спорить здесь бессмысленно. Спорить надо вот в этом раунде и в следующем. От одного девайса пытаются сыграть сейчас Добрый Гейминг. Идут на центр ловить замануху. Замануха здесь на самом деле сейчас найдет их. Так, Паша что-то решил не кидать гранату. Оу, вот и калаш. Ну, Пашу здесь задавили. Задавили по разменам. Ковальский упал на попытка убить лифт. Нео. Ну, Нео на лифтах там уверенно выглядит, поэтому тут выбора нет у Лурда с мечью никакого. Ну, может, девайс реализует на один момент. Вот это вообще позиция. Ну, все, здесь пошаговая стратегия от Добрый Гейминг не работает на этом эко. 5-1. 4 раунда разницы. Virtus.pro, в принципе, могут закончить эту карту в свою пользу. И вот счет первой половины, на самом деле, скажет здесь о всем матче. В конце первой половины станет ясно, выиграют здесь ВП или нет. И никакая вторая половина не поможет. Ну, просто помимо... Вот помимо того, что защита сильная сторона, у Virtus.pro еще присутствует так называемый тимплей, который немаловажен. А у Добрый Гейминг присутствуют тупо ошибки вот индивидуального характера. И их очень-очень много. Так, ну, пистолеты. Пистолера. Пистолера в исполнении. Добрый Гейминг. Хороший прострел для Ковальского. Снекс. Ну, Снекс. Ой-ой-ой, еще и по Иноценту попал. Ну все, там, в общем, летит все, что можно сейчас на эту точку. Флешка от Иноцента, она будет ключевая. Слышит то, что Зига стягивается. Вот сейчас по инфе должны будут забирать Нео, но не-не-не-не-не. Нео здесь... Нео хорошо сыграл. Изолировался, принял плент. Его, конечно, со всех сторон здесь задавили, но он справляется. Воу-воу-воу-воу-воу. Не упустил Иноцента. Ну, бомбу не поставить Мичу. Его ждет Паша. Уже просто знает, что тут будет пытаться пересвичить девайсы. Это 6-1. Эко закончен. Давайте ждать девайсов от Добри. Вот... Так, вот оно АВП от Миниса. Так, ну, будет драться так. Снекс АВП тоже. Либо это какая-то подстава, либо, я не знаю, сейчас будут удивлять ВП. Смотрим на Снекса. А, я понял, они просто мид решили поджать. Все. Теперь-то понятно, чем берет Авик. Ему просто одному с Авиком там будет намного легче отстрелиться, чем наоборот. Ну, вот хорошо, зашел белый. Правда, Мичу его здесь, Мичу ему не дает играть. Смотрите, там очень... Вот тупо в пиксель просто прячется Мичу. Все, Иноцент будет занимать центр, Нео тоже. Ну и вот они, флешки атаки, надо ловить сейчас замануху на центре. Нео словили. Все, мид выигран. Мид выигран, и Virtus.pro начинает немножко переживать, понимая то, что придется делать его ретейк. Вот здесь должно было играть роль ВП, но Минис отдался под Б в начале раунда. На мидле загоняет Иноцента. ВП не хватает, Ковальский сносит аплен. Белый работает на два фронта, и Паша забирает Ковальского. Белый остается на коннекторе. 3 в 3 ситуация, но все решится сейчас перестрелки на яму. Паша минус Иноцент. Пропеть играет Мичу. Белый его убивает. Остается последний лурд. Ну и один бывший тиммейт. И вот белый здесь. Вот. Все-таки белый. Закрыл всю команду Добрый Гейминг. По-моему, становится очевидным то, что Добрый Гейминг явно не конкурент пока ВП. На этой карте уж точно. Слишком слабо играют в атаке. Вообще ничего не получается у них. Ну, Минис тоже, конечно, классный парень. Взял АВП, пошел стреляться в ФБ. Я не знаю, сошлись так звезды на небе, что Снекс тоже играл с АВП. Но задача Миниса была просто убить чекующего, как я понимаю. Хотели сыграть на этом и выйти на Б. Но ничего не вышло. О, отлично, в молотов всей бандой пошли. Посмотрите, там уже пожар. Пожар на центре. Минис вышел.
25 осталось. Понятно, что здесь стреляться не по шансам. Паша пойдет сейчас, по-моему, тушить. О-о-о-о. Вот это подскользнулся. И тут, ну, пытается сейчас понтоваться. Тасс ему по жопе должен был мячу настрелять, но что-то... Да, это успешная стрельба от мячу. 8-1. Ну и ВП. В зоне более чем комфортного счета. В зоне более чем чего угодно. И драка будет продолжаться усиленными темпами. Так, ну, 7 раундов. 7 раундов разделяют команды. Virtus.pro пока впереди. И... Ой-ой-ой, как, Паша... Опять Снэкс. Вот что у него сегодня с ВП? День ВП сегодня? День ВП-ста? Ну вот у защиты... вот это жесть! На зуме просто увидел двоих подходящих. Он уже просто знает то, что будут выходить на коридор. Занимает позицию поудобнее. Влетают дымы, флешки. Снэкс белый, но не теряет концентрации. Так, продолжает играть на чек. Вот надо смог сейчас накинуть, чтобы не пошли. Или чтобы пошли в дым. А, если затопают в доме, кстати, вот этот парень просто все услышит и Снэксу сделает погоду. Поэтому не принять здесь СВП от Снэкса это... Ой-ой-ой! Минис, найс, протаранил. Все, надо тащить. Запутались, на гранату встал, на центр. Плейн занят, все нормально. Нео ничего не может сделать, но забирает Миниса в точке. Попытка отстреляться от Нео Фореста заканчивается фиаско. Но у Нео всего лишь 3 хп, он чекает мид, бомба Б. И Virtus.pro сейчас не ожидали таких действий. Все, еще и Ковальский в центре подрезает Пашу. Ну вот, Добрый Гейминг, где же вы были до этого? Потрясающе проработали свой выход на бэплэнд. Ну, ошибся, конечно, очень жестко Снэкс, это стоит отметить. Можно было, по-моему, немного лучше сыграть ему на его позиции. Тем не менее, 2 в 2, и Кубский, не ошибаясь, проходит Зиг. Несмотря на то, что белый мертв, посмотрите, так, Нео остается последний, играет против Фореста. Ну, тут принципиально хочет убить хоть кого-то, но... Добрый Гейминг в этот раунд цепились как просто динозавр, не знаю, в свою жертву, когда не ел неделю. 8-2, 6 раундов разделяют команда, ВП никто не берет теперь, и вряд ли это будет предвидеться. Снэкс, конечно, в перестрелках при приеме наиболее эффективен с девайса какого-то, типа кольта или АКМа, или, не знаю, там... Эски, ФАМАС, все что угодно, но не АВП. При том, что такую позицию в окне занял жесткую. И снова посмотрите, Добрый Гейминг на Б понимает, что на Б намазано медом. Давайте туда, как мухи на какаху, залетать. И играют снова через Б ковры, оставляя на одного чекающего. Но что-то как-то я не уверен в нем. Снэкс тоже развлекается в чеке. Готовят дым Минис. И это, по-моему, дым с изоляцией на Зиг. Нет, ждут минуты до конца. Бомба уходит на плент в этот момент. И вот вся она загвоздка, где, посмотрите. Ну, Б3 фейк, не знаю, ВП могут просто не поверить в то, что 3 раунда подряд на Б ходить, это как-то вообще жирно и глупо. Но раскидка выглядит, Добрый Гейминг убедительно. Virtus.pro вроде могут вестись, мячу убивает в этот момент. Есть заход на Б-точку. Но поляки не дергаются са. Идет, опять-таки, уловка на медле. И Нео сейчас может просто закрыть обоих. Да, все, минус 2 на центре. Нет, мячу. Красный отыграл. И у Добрый Гейминг удается сыграть разводом. Яма застала врасплох. Аплент, Снэкс последний. Ну вот игрок Б-плента, который здесь свою жертву не нашел. Увидел красного Мичу. Забрал. Все, будет играть 1 в 2. Его сгоняет флешками. Уходит в центр. Минис будет ловить, но не идет Снэкс. Смотрите как. Ну вот сейчас Снэкс не прочекает просто Миниса и все. Это 8-3. Хитростью Добрый Гейминг пока что берут раунды у Virtus.pro. Конечно, пока всего лишь 2 смогли ответить, но дальше может быть больше, еще больше, еще больше. И вообще нереальное количество в конечном итоге окажется в стане команды Добрый Гейминг. Но зона комфортного счета все ближе и ближе. Я этого не ожидал. Вот за первые, там, не знаю, 10 раундов мы, наверное, с вами смогли прийти к пониманию только одной вещи. То, что ВП на голову выше и хитрее, и умнее, не знаю, и жестче просто стреляют. Так, ну вот, чтобы в избежание разводов отправили Снэкса в упор, Добрый Гейминг эту позицию в основном не чекают, и это может закончиться. Ох, вот это я сейчас просто сказал под руку Минису, и он прочекал. Твою налево, это какой-то господин охотник. Так, там вторая жертва уже на Б-пленте, на этот раз это Нео. Но если двоих в упоре заберут, это будет вообще успешная, в кавычках, операция. Операция сыграть непредсказуемо. Ну да, здесь Минис уже просто не пропустит. Раскидка продолжается. Так, Нео что-то промазал с окном.
Но он знает, ну, сейчас ВП знают то, что это не Б, и два раза сыграть на не получится. И на центре как Милова просто собирает белый, забирает мяч, у Лурд последний. В качестве замка играет свою роль, но мы понимаем, что здесь уже ничего не светит, потому что были прочитаны сейчас Добрый Гейминг. Вот в том моменте, когда Минис прочекал, надо было либо выходить на Б полностью и тушить Нео, либо не пытаться даже делать фейк. Потому что тайминг это все-таки такая штука, и со временем ты понимаешь, что выхода на Б никакого не будет. Просто не будет. Так, ну и Добрый Гейминг совсем озверели, решили теперь уже 4А играть 1Б. Ну, пробует полуразвод. Два пистолета, как видим, присутствуют в стане у этой команды. Смотрим, где же у нас там иноцент. Да, под Б ловил халяву. Будет давать, так, смог. Неужели это коннектор? Нет, неуверенный смог вообще. Поздний залетает в зиг. Но ВП знают, что это выход на А, и тут, по-моему, без проблем должны собираться сейчас игроки атаки. Не, ну с разменами на 3 в 2 нормально вышли сейчас Добрый Гейминг. Уверенно так, смотрим, бомба ставится. Залетает Нео, его сразу стригут. Снекс последний, и 1 в 3 у Снекса второй. Клатч вырисовывается, но такого, по-моему, уже здесь просто Добрый Гейминг. Вот это попали. Вот это попали сейчас плотно. Могли вдвоем лечь, но Снекс... Снекс не удивил, и это 9-4. Молодцы, Добрый Гейминг. Все-таки будет интрига в этом матче. Вторая польская команда не будет проигрывать первой бесплатно. По крайней мере сегодня, по крайней мере здесь, на StarLadder. Так что все хорошо. Хотя многие даже, наверное, такой игры не ожидали. Ладно. ВП. Заканчиваются деньги. Снекс, посмотрите, играет с дробовиком на Б-пленте. Вот клатчи надо стараться ему тащить. На самом деле он стреляет очень жестко. Как Нео, только... только не с дробовика. Так, Нео сейчас нормально посадил на позиции на стуле. Очень там подмастил мячу. Опять-таки отсутствие опыта. Вот никто из профессионалов не занимает эту позицию слишком рано, потому что парапет вас всегда убивает. Так, попытка Кубски ответить на центу его шквальному огню. И опять провал. 4 в 4. Хороший выход в яму под флеш. Ковальский. Реализация флешки. Ну, смотрите, у Добрый Гейминг получается сейчас разбирать. Слезы! Слезы для Добрый Гейминг. Качок остался в коврах, и его не прочекали. И Качок просто это сделало мой вечер. Я не знаю, как вы, но 10-й раунд для Virtus.pro определенно самый зрелищный раунд всего этого матча. Ой-ой-ой-ой-ой. 10-4, 15-й раунд, и Добрый Гейминг просто сейчас не ожидали увидеть повелителя штанги Гири. И, в общем-то, он сделал все, что нужно для того, чтобы это дело кончилось вот так. 10-4. Я вообще потрясен. Я не знаю, как они играли сплит и не прошли. Ну, надо же ходить по коврам. Так, я болею за огурцов, пишет мне Андрюша в Твиттере. Как тебе Tactical Intervention? Я уже рассказывал, что она мне никак. Привет, Слэм. Слушай, я один еще не понял, что за скайп-шоу. Просто когда уже было, оно не смотрел. Просто когда-нибудь ты попади. Передай привет Молдове, плиз. Вот так вот. Так, ну что, Лурд убрал Пашу. 3 в 5. Я не знаю, вот мид выиграли. И думаю, сейчас куда пойти. Пойдут на Б. Ну, вот сейчас такая ситуация на самом деле. Вот, как вот у Ильи Муромца, да, стоит. И камень посередине дороги. Пойдешь налево, коня потеряешь. Пойдешь направо, сам пропадешь. Пойдешь прямо, об камень ударишься. И вот этот камень сейчас заставляет команду Добрый Гейминг просто биться головой об него. Ну, мячу расправился с этим камнем. Нет ничего непобедимого. Все мы умеем. Мы же из... Так. Белый. Ну, тут уже такая, конечно, шар... Вот это занос просто. Лурд не ожидал, что по жопе получит такой ситуации. Но его пытаются уже шить. Понятно, что он тут легкая добыча. Дефьюз этой бомбы вообще без проблем. Без дефкита для белого. И это 11-4, первая половина. Добрый Гейминг просто что-то... Плюхнулись. Плюхнулись и не взяли. Ну, понятно, что... Понятно, ребят, что вот парням тяжело собраться после того раунда от Паши. И он, несомненно, по-моему, MVP за это должен получать в этом матче. Так. Читаю Твиттер. Привет, пузатый, мне пишут. Привет, фрик. У тебя такой ник просто, что... Ух. У тебя целый один твит. Какой ты пользуешься Твиттером.
Завязывайте с ВК, ребят, пишите в личку в ВК, когда можно написать в Твиттер, там все предельно просто, я там вам отвечаю. Специально для этого и существует эта штука. Так, 13-му салам от кота, не спать. Такой привет странный пришел. Ответь мне ВКонтакте, Бу Алекс. Не могу ВКонтакт зайти пока. Я там только музыку слушаю, если что. Че, 8 секунд, вторая половина, и пистолетку надо брать сейчас. Вот понимают это ВП, понимают это сейчас и Добрый Гейминг, но... Если Добрый Гейминг возьмут, то это... Хоть какой-то шанс на то, что мы увидим реально сопротивление. Пока что сопротивление напоминает мне... Как же все-таки неудачно обстоят пока что дела у... Ребята с Добрый Гейминг. Так, ну что ж. Virtus.pro. Ну вот у Virtus.pro, в отличие от Добрый Гейминг, они выбирают для атаки Upland. Минис зашел в аркаду, о нем неизвестно. На центре никого не было. И ой, сейчас, конечно, ВП могут просто отлететь. Я не знаю, это надо принимать как-то. Лурт наигрался. Забирает его шальная граната. Мичу зашел на хелп. Обратите внимание, что защита стоит, пытается выбить рез Мичу и на цент. Отлично. Бомба встала и таз. Ну тут просто, короче, подождать осталось как бы, да? Коннектор! Минис. Ну был шанс здесь у Снекса, но, по-моему, он сейчас просто... Ого, вот это да, Ковальский проскочил на яму. Выходит у нас стреляться Снекс. Ой-ой-ой-ой-ой, а там дефуза нету, Мичу. Дергает Мичу, пушит. Снексище! Минус 4, просто один. Один последний остался в коннекторе. Знали о нем, но дальше дефузили бомбу. Дальше старались драться. Дальше старались показывать, какие мы красивые. И в итоге отдача такого раунда, который вот-вот уже парни с Добрый Гейминг готовы были... взять и не париться. Но это просто габелла. Я не знаю, что тут сказать. Это просто габелла, друзья. И с этим просто тяжело как-то поспорить. Ох ты жесть. Ладно, друзья. Дальше, кстати, нас ожидает с вами матч. Alternate против Кураж. Это будет интересно. Ну и напоследок Virtus.pro сыграют с Куражами. Что за жесть? Передай привет Валере Воробьеву из Томска. И пусть он уже начнет тащить... Пишет нам Роман в Твиттере. И включи Владимирский Централ в паузе. Ты, наверное, из Владимира или ты... С какого района, пацанчик, будешь, а? Ладно, продолжается этот матч. По-моему, он уже даже закончился, я считаю, для Добрый Гейминг. Вы, в принципе, у вас тоже, не знаю, наверное, нет пока оснований считать иначе, потому что, ну, 13-4 это уже сильно. Если пистолетка отдается такая, реально, когда вы два в одного не могли затыкать одного парня, его сначала надо было убить. Все. Вместо этого один станцевал чечетку, второй станцевал чечетку, вдвоем по одному не попали, и в итоге Снекс просто откровололил. Последняя флешка, это вообще безумие. Она никого не офлешила, кроме него, и он все равно убивает. Белый, вот это сыграл Минис. В аркаду говорит сейчас. Ну, и его слово из трех букв слышала сейчас все Польша. И... Со всех сторон, везде, всегда Virtus.pro убьют, не знаю, съедят медведя. Забухал сегодня я, забухал сегодня я. Обыграл я медведя в Counter-Strike, я обыграл, офигеть. Вот с ума начинаю сходить просто, когда смотрю. Так, я смотрю на Ковальского, я хочу пытаюсь понять его ход мысли. Но там походу все мысли вправо, влево, вправо, влево, прямо, вправо, влево, прямо и все. 14-4, 10 раундов разницы. Добрый Гейминг хотят сделать камбэк. Я думаю, они точно хотят его сделать, потому что, ну, я, например, хочу, чтобы они его сделали. Но я оптимист, а вот что касается этих ребят, я не знаю. Думают ли они оптимистичны или нет, хотя я сомневаюсь, там до оптимизма и не пахнет. И Virtus.pro решает закончить все очень быстро, играя в затяжной раунд на Upland. Походу, но шансы принять, тем не менее, есть. У Добри очень хорошие. Лурт минус Снекс. Минус от Миниса с коннектора. Все. Ну, две позиции опасные, раскрыты. Выход на плент уже закрывается. Минис мажет. Второй фаззум замазал.
Ну, если между чекнут, то еще есть шанс зайти. Если, да, чекают между. Не чекают между. Минус ковры Ковальский. Оу. Грубо. Были зачеканы, зачитаны, приняты. Лурд сделал по факту весь раунд. Он первый дал инфу. Он знает раунды, наверное, у Virtus.pro практически все. Потому что, ну, во-первых, квалификацию в Катовицу именно им проиграли. А во-вторых, Лурд сейчас топ-2. Но вот ВП... Не знаю, сколько лет еще будут играть эти парни, но уж точно вот с современным Counter-Strike играть можно еще хоть ближайшие 10-15 лет, а потом еще какой-нибудь КС придумают. Лафа. Так, ну что, 2 на центре с бомбой. Уже минус Нео, и девайс на раунд начинается весьма не кстати. В меньшинстве для Virtus.pro. И это меньшинство сейчас будет, по-моему, нажаться. Так, вот это было жестко. Хорошая флешка от Снекса. И, ох, я вот не знаю, если честно, хочу комментировать, но вот глядя на то, что сейчас происходит, мне кажется, что здесь даже не стоит ничего говорить. Все понятно, потому что Добрый Гейминг сейчас вообще в полном сосуще. Вот из разряда почти смог. Белый. Это жесть. И мини смажет. Мини смажет. Ну, тут все, потекли, короче, Добрый Гейминг. Я не знаю, быстро справляется Virtus.pro со своими соотечественниками, которые делят с ним сейчас топ. И это польский топ, друзья, 1-2. Ну, жесть, конечно, жесть. Я думал, что все будет иначе. Где же те самые дельты? Где же те самые... Да много команд было. Ну, три минимум. Дельта были, там еще были какие-то FX. И Снекс играл, и Белый тоже, и Паша был, и вот Ковальский, может, даже Мещу. Ну, короче, все, это ГГ 16-5. Ну, быстро заканчивают. Быстро заканчивают эти парни. Сказать даже нечего, я не знаю. По-моему, стоит здесь задуматься, Добрый Гейминг, о своем существовании дальнейшем, потому что, ну, организации лишились из-за результатов, и сейчас... Результат не улучшается. Понятно, что мотивации нет играть, но... ГГ. ГГ. Вот мини-сисик пишет, что ни хрена ему не нравится, что так все происходит. Ну и на цен здесь вряд ли что-то сделается подъема. Вполне вероятно, эта бомба просто быстро будет закрыта парнем на Делпане. Ну, на цен, тем не менее, идет, попадает на тазы, и это ГГ, друзья. 16-5. 16-5, такой финальный счет, такой вердикт для Добрый Гейминг. Им предстоит, наверное, готовиться к худшему, но, скорее всего, это будет либо дисбанд, либо смена состава. Что-то вроде этого. Такие парни обычно долго не играют в составы. Перед вами еще раз на экранах. Ну, а дальше нас с вами ожидает матч команды Кураж и матч команды Alternate Attacks, который состоится через несколько минут. Мы его, конечно, попытаемся чуть пораньше начать, но это, конечно, тоже будет вряд ли. Ну и анонс перед вами на экранах, друзья. Вот Кураж Alternate, следующая встреча. Потом Virtus.pro играют с Куражами. И два последних матча от команды Кураж Гейминг мы будем смотреть, несомненно, прямо сейчас. Ну что ж, увидимся уже на этой встрече. Для вас пока что оставлю музыку. И я надеюсь, вы проводите вечер позитивно.